Венспилская социальная служба приглашает малоимущих горожан, а также людей с ограниченной возможностью задекларированных в Венспилсе получить традиционные пасхальные пособия. Выплата пособий в кассах службы начнется 30 марта. И выдача организована будет по алфавиту. Работать кассы в период с 30 марта по 2 апреля будут с 10 утра до 3 часов дня. В свою очередь с 9 апреля по 30 апреля пособия наличными можно будет получить в кассах социальной службы в обычное их рабочее время. Пособие в размере 28 евро 46 центов полагается пенсионерам и инвалидам, чей размер пенсии не превышает 291 евро 77 центов, а также всем детям-инвалидам, независимо от уровня доходов их семьи. По месту жительства пособие доставят только тем жителям, которые из-за плохого состояния здоровья не могут лично прийти в социальную службу. Если у вас возникли какие-то вопросы, то позвоните в социальную службу по телефону 636 01 210 либо 636 63 001.